кстати, почему он сиреневый-то? Это по фильму по какому-то, что ли? Игры старые были. Кто смотрел «Токийский гуль»? Ага. «Токийский», господи боже. Он сиреневый, это отсылка к несовской игре. К смурфикам, что ли? Ну? О, да! Готовьтесь к забвению. Джейсон выжил. Это еще что? Туалет. Постараюсь. Так, ну съел мусоров можно не вызывать, так что наркоту можете не выкидывать. Ага, кто-то в домике. Привет. Чё, не убивать тебя? А ты мне что? Ну ладно. Не, ну я легонько. Лучше скажи, где твоя хибара. Где кто? А, хибара. Сейчас, погоди. Она, короче... Вот Hardy Trail надпись слева. Вот левее этой надписи. Увидел? Ты хочешь с моей мамой что-то сделать? Спиздить ее одежду? Нет. Ну смотри у меня. На один вечер. Ну давай, ладно. Но если мне не понравится, я тебя накажу. Хотя я тебя и так накажу на самом деле. Я люблю наказывать. Джейсон Панишер. Ой. Ой-ой-ой. Привет. Ты типа дверь закрыл, да? А я открыл. Я типа вообще ничего не закрывал. Петарды. Новый год уже прошел, дружище. Все, ну не бегай ты. Вот ножик, ладно. А бегать незачем. Джейсон ведь не бегает. Прости. Как твои дела? Господь тебя простит. О, я смотрю, не очень. Ну все, прости. Хэдшот! Чего это вы задумали? Почему вас тут так много? Опять петарды. Че, новогодний запас добиваете? Сейчас подожду, я вас всех подожду, ребята. Вы, главное, меня подождите. А мы просто немножко убежим. Ну давай. Давайте до 10 досчитай. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. А что надо? 1 Миссисипи, 2 Миссисипи.
Три Миссисипи. Я, знаете, я до 8 лучше досчитаю, вот пока до 2 досчитал. Оп, о, у тебя теперь на 2 дырки больше. Джейсон любит дырки. Как-то я сделал 50 дырок с помощью ножа. И знаете что? Она еще девственница местами. О, да. Ты, кстати, неплохо спряталась. Да-да. Прикол, ты что, вылезти не можешь? Че, в сортире будем купаться, нет? Будем. Вот только не знаю, где твою подружку утопить. Ты ж теперь этот заняла. Занято. Вот вы развлекаться любите, я смотрю, а? Вот здесь мы с вами похожи. Goodbye, my friend, goodbye. Goodbye, goodbye. See you very soon. Сначала этим займусь домиком, он уже покоцанный. Это я люблю. Привет. Было убойно, как ты чуть в сортир не забежала. Оно там уже занято. А чё у тебя с голосом-то? Ничего. Голос такой. Нравится. В окно хочешь, да? Ну давай подсажу. Джейсон добрый, он любит помогать. Ну чё, где остальные, признавайтесь? Ага. Не подсказывайте. Не-не-не-не-не, иди отсюда. Пошёл отсюда. Ладно. Мнение Томми Джарвиса для меня закон. Чё, попал тебе, сделала дырку, куда ещё одну? Ой, и ещё одну. Ты будешь скоро моей лучшей шлюхой. Столько дырок. Лежи. А что у тебя лизать? Боюсь спросить. То, что есть. Ну ладно. Джейсону не привыкать. А почему вы не вызываете мусоров там и всякое такое? Да я не знаю, что не хотят, видимо. Ой, я мастер ловушек, это круто. Осталось понять, о какой ловушке идет речь. Бля, походу не об этой. Так, подожди, подожди, слушай, давай я крутой музон включу и тебе... Давай! Вот я, кстати, музон люблю и всякие там, ну знаешь, дискотеки там, туда-сюда. Да, да, да я тоже люблю, да и давай потанцуем. Давай, показать тебе пару движений. Ты маску для начала сними. Ну, маску-то я сниму, а ты ее оденешь. Ой, еще дырочка одна. Вот ты знаешь, ты смени себе ник на дырявый. Ладно. Ты что там пшикаешься? Чем ты там пшикаешься?
Наркоман, бля. Акс-эффект. Это чё, для привлечения Джейсона? Ты мне и так нравишься, братан. Аж две куртки. Бля, куртки. Чё ты такой страшный-то, а весь чёрный? Ну, такой. Так вышло. Почему ты за мной? Подожди, там что-то с ловушки случилось, я пойду проверю. Да нет! Оставайся тут, Зет. О май гад! It's Jason and it's here! Somebody call the police! Да я оставлю, оставлю, не переживай. Да блин! О боже! Почему не оставь? Я просто шучу. Ну... Твой глаз я заберу себе. Теперь у меня есть один шоколадный и один нормальный. Твой шоколадный. Ага, вон там еще чувак какой-то. Или, может, не чувак. О, после встречи со мной уж точно не чувак будет. Давай. Опять ты. Да ты надоел мне уже, иди в жопу. Так я последний. Ты меня сейчас опять оглушишь. Нет, ты предпоследний вообще-то. В том-то и дело. Ты мне сейчас только будешь мозги ебать, а последний что-нибудь придумает. Не знаю. Подскажи, где последний, я дам тебе пожить. Он под кроватью. У кого? У моей мамы? Вот не дай бог он у моей мамы под кроватью, а? Ты что там деревья ломаешь? Бля, это было жестоко. Давай, Джейсон, убей Тони Джарвиса, он мне надоел конкретно. Вот видишь, ты мне реально только этот самый мозг выносишь своими беготнёй своей. Ловкий. Его у тебя же нож есть. А, во, молодец. Так, вдвоем будем обороняться. Что будете вдвоем делать? Не надо мне только рассказывать, что вы будете вдвоем делать. Мне неприятно это слушать. Да, да я не трогаю. Огонь тебя трогает. Ну я ногой немножко. Это не считается, согласись. Я замерз. Ну. Джейсон, да ничего себе у тебя тут добра. Ты это нюхаешь, да? Токсикоман ебаный. Так. Там еще второй, походу, да? Здесь. Это прям какая-то лото. Не, не здесь. Братишка, пойми. Да. Он меня кинул, он предатель. Ты не имеешь права меня убивать. Это все нечестная игра. Ладно. Только не надо, пожалуйста, все, уйди отсюда. Ну, подожди. А это. Я сейчас уйду. А почему он тебя кинул? Сейчас. Знаешь, тут я тебе сейчас расскажу о правилах жизни. Значит, нужно кидать первым. Быть кидаемым, а не кидомым. Джейсон всегда кидает первым. Здорово, стой, подожди, я... Ты там молишься или что? Ты что делал? Поздоровался, вышел, поздоровался, стой! Ты,
Чё ты пиздишь? Ты намаз совершал, я видел. Чё? Намаз. Не, ты чё, гонишь, что ли? Ты намаз смешал. Нормально. Да нифига. Добро. Мусульманин, давай ислам примешь. Давай. Давай, выходи. Сейчас я тебе... Я уже его принял, морально. Ну, сейчас ну, физически морально, примешь. Морально там, ну, физически сейчас. Сейчас покажу. Как ты мне собираешься освещать? Просто уходи. О, ты без маски? С Аллахом встретишься, а чё? Ну да. Ну, может, нет. Не, я без маски, а ты без, а ты без маски. О, боже, лол кек. Вот это, кстати, было больно. Ты мне ногу поцарапал, блин. Прости, прости, прости. Ну ладно. Я знаю. Я, кстати, понял сразу, что ты в меня влюблен. Блин. Мы только начали, я сразу понял, что ты вот такой человек, который... которому я понравиться могу. Уходи. Сейчас уйду. Мне надо одно дело доделать. Ну ты понял. Какое? Ну как какое? Организовать вам встречу с Аллахом. А-а-а. Ну да. А хочешь, я тебе тоже устрою? Давай. А ты можешь? Как мы это сделаем? Сейчас посмотрим. Организуем. Ну вот смотри, не-е-е, короче. Сейчас я тебя куда-нибудь есть, отнесу. Есть. Там мы с тобой вместе сможем. Пойдем, я тебя к маме отнесу, к моей. Не-е-е. Вы знакомы? Ну, частично. Ну, сейчас, короче, полноценно познакомиться. Наслышан о ней. Да. Она честная женщина. Да, я заметил, у нее такие глаза красивые, волосы. Да, да. Да. Лицо да, вообще огонь, да? Уйди отсюда. Кстати, просто у нас тут очень работает... Нет. Вот ты на нашей территории, понимаешь, у нас тут работает бойня вурхисов. Уйди. Да. Прикол. Обожаю тебя троллировать. Да я не хочу тебя убивать, я хочу с тобой погулять там пока. Блин, я там застрял. Стой, нет, не надо, не убивай. В смысле? А речь не об убийстве. Все, вот так стоим. Нет. Мне, честно говоря, некомфортно так стоять. Мы сейчас чуть по-другому будем стоять. Вернее, я буду стоять, ты будешь лежать. Ладно? Стой, стой, я не могу... Это нечестно. Все честно. Нет, минус рука. Да. Скажи, это было жестоко, но справедливо. Джейсон такой жестокий, но справедливый парень. Есть такой. Не, ну смотри, чувак, ты вообще хочешь ловить. Я ж тебя не хотел убить. Ты вот сам напросил. Блин. Хотел сам встретить своего Аллаха. С этими Джейсонами никакого горла не хватит. Да. Но стоит того согласить.